В этот раз я брал Вуака Бургерс. Я взял в этот раз бургер, который называется Beef Smash Onion Burger. Бургер, в котором очень много лука жареного. Вот. В принципе, мне их классический гораздо больше понравился, чем этот бургер. Точно сказать не могу почему, но вот именно классический Smash Burgers у них гораздо лучше и вкуснее. Вот, а так, еще был непонятный момент, что у них в Инстаграме одна цена, когда я пришел, оказалась другая цена. Мне как бы сообщили, что подорожало на 1 евро, потому что подорожала говядина. Но я не заметил, что говядина подорожала в магазине. Вот поэтому как бы это странно. Но в следующий раз попробую у них еще острый бургер и сделаю обзор. На связи.